Хей, окей, с вами Шимихей, мы продолжаем проходить игру под названием Омега Страйк. Окей, поплыли, полетели. Изумрудные, так. Базальтовая шахта. Мышку про. Упро. Так, нам сюда, да, нужно? Потому что здесь можно лазить. Все. Ладно тебе. Монетка? Хера. Что это тут за модник такой? Новый. Новый модник. Новый модник. Так, а снизу у нас что? Ага, он пуляет по несколько выстрелов. Да ёлки-палки. Капец, я урона впитал. Забываю про ниндзя, забываю про двойной прыжок. Манать. Буду путаться. Блин. И все. И опять эти камни. Ну, по идее, здесь мне уже должны дать бурильную установку, да? Так, а ХП мне нужно было закупиться. Мне нужно было закупиться бы. О, ХП. Ай, монетку дали. Так, аптечка. Аптечка, это мне надо. Фу. Нужно сохранялка. Бочки. Возьму ниндзя лучше. Ача-ча-ча-ча-ча-ча. Вверх, вверх. Да
Да ладно. Не, вот это мне не нравится, то, что меня заставляют бегать по несколько раз в одну и ту же локацию. Вперед. Сохранил кайбус. Вот. Да нет. Мне кажется, вниз лучше пойти. Прямо к боссу многого. Так, еды дали. О, кайф. Танки стихеровы. Херовы танкисты. Я сюда шел ради 30 золотых. Жопа. Потратил столько времени ради 30 золотых. Это ж целых 30 золотых. Еда. Ежа. Секреток нету. Медленные ловушки. Так. Монетка.
меня зацепил. Как они меня цепляют. Монетки. Не вижу разницы. Разве что-то изменилось. Да иду хотя бы. Мне нужно хп контролить. Хп нужно контролить, а то я хер знает откуда помощь. Хотя можно этих даже перепрыгивать просто. Какая ж ты... Я помню, я за ним играю. О, можно забрать. Так, раз, два. Раз, два, раз, два. А там у нас тоже проход. Опять развилки. Допустим, сюда. Машина. Кубик жизни. Хотя бы хил дают. Хотя бы хил дают. Аптечку хочу я взять.
Лев. Ну, аптека. Хотя не, нифига. Есть аптека. Буду юзать аптечку, если что, вдруг. 12 хитпоинтов, как бы. Реген, и поехали, босс. Нет. Все еще нет? Не, хотя уже там близко, сейчас будет босс. Нам следующая комната будет боссом. Вот это. Жизни. Следующая будет с боссом, хотя видите там вот где? Вот, короче, здесь будут камни стоять. Значит, мы сейчас убьем босса, поднимемся наверх и откроем. Или следующее. Я уже тут был. Или нет? Да, здесь камни. Здесь эти камни. Ну, поехали, босс. Главный шахтер Бродус, где твоя каска? Сколько раз я напоминал и вам, придуркам, что каску нужно носить постоянно. Похоже, придется преподать тебе урок. Пушка на максималку. Новое умение — камнебой. Теперь пули сержанта разрушают камни. Короче, у нас тут с сержантом связано, как я понял. Супер сержант, так сказать. Окей. Погнали тогда отсюда. Сержант. Я думал, они... там у каждого будет такая способность. Именно какая-то способность, кроме двигать большие объекты и... Блин, это ж... Здесь пропадает. Хотя... Блин, нифига не пропадает. Поехали. Я тут нужен.
выходу подхожу. Давай. Так, сюда проход, мы туда не ходили еще. Курятинка. Курятинку. То есть еще 30 золотых. В принципе, я могу этот заюзать. Называется телепорт. Просто заюзать телепорт. Ай. Сейчас дробовик еще вкачаем, будет вообще хорошо. Дробовика буду разносить. С одной пульки, по сути. Ну я фулл хп даже. Кстати, нет. Отлично. Да. Даблит. Так, что у меня по инвентарю? Еще одного косточка не хватает. Как раз мне хватает на улучшение дробовика. Улучшение дальности дробовика можно вкачать. На этом разгром мозгов. Так. Куда мне теперь идти? Уже нашли дифферс-устройство. Какое устройство? Ты издеваешься? Типа я знаю, где оно находится. Базальтовая шахта. Военная база. Вот в военную базу можно пойти. Нам только туда и нужно идти. Поэтому следующий у нас путь будет военная база. Военная база. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.